Привет! Привет, привет! Да, у нас сегодня вот такой вот конструктор 4 в одном. Давай покажем. Работает он от солнечного или электрического света. Да, то есть здесь можно собрать динозавра, буровую машину, робот, либо краба. Все это работает на солнечной батарее. Сегодня мы его посмотрим, проверим. Вот с обратной стороны. Вот такие вот. Можно собрать модельки. Робот, буровая машина, краб и динозавр Т-рекс. А еще у нас вот такой набор шопкинсов. Да, здесь у нас идет 5 шопкинсов, которых видно. Рюкзачок вот такой вот. Я не знаю, какой он там, розовенький, фиолетовый. И в нем тоже, соответственно, шопкинс. И подвеска, я так понимаю, какая-то идет. А, браслет для подвесок. Не надо раскрывать только что? Да. А, нет. Давай сначала посмотрим вот этих вот. Вот они. Есть. Вот подвесочка. Подвесить. Сейчас посмотрим. Есть! Андрюша уже распаковывает? Ого, а что там нашел? Фаги! Вот такое вот. Да, Андрюша у нас уже распаковал робота. Давай покажем, что тут идет. Вот идет такой вот наборчик. Пластинки здесь. Шестеренки какие-то, моторчик, наклейки. Идет инструкция. Что тебе попалось? Не знаю. Вот такой. Какой-то гриль для барбекю. Так, подожди, Андрюша, давай еще посмотрим вот эту вот картиночку. Здесь вот какие есть конструкторы. Боевой робот 3 в одном. Робот-акробат. Вот такая вот машинка. Тоже, видимо, на соляной воде ездит. Поезд есть на солнечных батареях. Паук тоже на соляной воде. Такой байк есть. Такой вот робот, паук, монстр трак, лунная станция. Во. Какой тебе понравился больше всего? Вот это брум-брум? Да. Вот Андрюше понравилась вот такая вот машинка. Мы, наверное, ее купим. А тебе что понравилось? Вот этот робот-ящерица. Да, мне тоже нравится такой. Подвеска. Папа, повешай мне. Так, Андрюша, давай пока не будем отсоединять, потому что надо по инструкции, мы потом не найдем запчасть. Во. Потому что тут 4 робота можно собрать разных. Поди-фоди! Все, теперь я сбросил. Андрюш, пока давай не будем отсоединять. Инструкция.
инструкция нужна. А, вот инструкция. Так. Да, давай покажем инструкцию. А, води, Какая инструкция? Води. Сборка. Вот солнечный модуль в первую очередь собирается. Доча, давай начинай. Вот. Подожди, Андрюша, мы потом запчасти не найдем. Они, видишь, подписаны. Вот они подписаны. Б, например, и номер 12, 16, 15. И на этой также я понимаю. Андрюша, да, вот пластинка. А нет. Эй. И 1, 2, 3. Номер. Вот, в инструкции у нас... Опа. Корпус А16 выбрать. Да, вот смотри, вот А16. Это вот, я тебе могу сразу подсказать, вот она, зеленая большая. Андрюша. Ну дай, Андрюша. Андрюша, сможешь вот эту вот снять? Вот эту штучку. Вот эту большую, большую надо нам. У тебя получается же как-то без кусачек. Вот мы собрали солнечный модуль. Моторчик. Так, переходим дальше. Дальше у нас идет коробка передач собирается. Вот это все элементы Б. Вот тут. Вот это? Да, мы, наверное, все не будем снимать. Сейчас соберем и потом покажем. Вот у нас получается вот такой, такая коробка. Столько много всяких шестеренок. Я думаю, тут без родителей не обойтись, чтобы собрать такую. У нас вторая крышка. Соответственно, я так понимаю, у нас просто она закрывается и все. Сейчас динозавра будем собирать. Ну, соберем динозавра, всех соберем по очереди, я думаю. Вот она у нас коробка. Сейчас перейдем дальше. Так, у нас вот в инструкции. Первая идет буровая машина. Второй динозавр Т-рекс. Третий краб. Четвертый робот. С кого начнем? С первого. С буровой машины? Угу. Ну все, мы начинаем буровую машину. Так. Что у нас тут идет? Это у нас все собрано. Вот у нас что получается. Дальше переходим. Дальше нам надо колесики вставить. Так.
шевелится. Так. Я, может, так заставить? Ну, тоже это как бы так машина. Так. Дальше надо вторые колесики поставить. Дальше ты пока ходил, твое место уже заняли. Папа! Да, мы сейчас собираем краба. Кади, не кони. А, не краба, мы собираем буровую машину. Не бру. Кади. Я говорю, твое место это уже заняли. Так, дальше что мы собираем? Вот такой вот. Что-то хочет ехать. Правда, торчат как-то. Угу. И сейчас вот собираем буровой механизм. Так, это что нам надо? А12, А19. Давай сделаем. Ладно, заходи. Такая запчасть, видимо. Папа! Для бурового механизма. Так, и получается, что у нас еще 19. Вообще такой интересный, конечно, набор, но довольно тяжело собирают. Да. То есть детям точно не соврать. Маленько подрезать, чтобы покрасивее было. Вот такая вот буровая установка. Как зонтик. Так, конструкция такая же получается. Дальше переходим. А, ну, в принципе, и все. Переходим кататься. Фоди! Ну, все. Вот она вот готова. Да, буровая машина это. Да. Да, как ее запустить-то? Интересно. Сейчас она сама будет. Да, здесь написано, что в домашних условиях надо галогенную лампу не менее 100 ватт. Это, конечно, мощно. Ладно, сейчас подумаем, что нам сделать, чтобы она поехала. Так, мы вот купили вот такой вот прожектор, потому что простого фонарика нам не хватает. Давай попробуем. Будет ли он ехать? О, о. Как-то медленно. Он просто буксует. Ну, такая буровая машина. По этой. Ну, по этой получше поехал.
Может, еще бумажку пришли? Акварел, наверное, поедет. Давай на ковре попробуем. Давай, попробуй. Так, дальше мы решили собрать краба. Вот инструкция. Краб у нас довольно большой. То есть, если машинка буровая была там на две странички, инструкция, то это посложнее будет еще. Так, что нам надо? Вот эти штуки. А13. Вот она, вот инструкция. А13. Еще штучка нужна, вот такая. Так, где у нас 13-й? Вот. Вот такой у нас получился краб. Краб прикольный, если честно. Выглядит поинтереснее, чем буровая машина. Ой. Да. Вот что, поиспытываем его? Да. Как ходят. Ну, время уже. Она разбежала. Все. Дай еще ничего. Поворачивай. У меня такой не краб, а черепаха. Надо черепаху сделать. Медлее всех ходит. Вот такой у нас получился робот. Хлюпкий, конечно, какой-то. Сейчас посмотрим, как он. Испытываем. Пошел. Ай, иди к нам. Дави уже этого Алекса. Сейчас раздавит. Что он мимо? Ну так, ничего, робот. Да, он хотя бы быстрее. Что, кто у нас там еще остался? Динозавр? Да. Ну давайте сейчас еще динозавра соберем. Я сама хочу собирать. Хорошо, давай. Вот такой у нас получился динозавр. Он кого-то уже съел. Да. Динозавр, мне кажется, самый прикольный. Выглядит красиво. Да.
Сейчас давай проверим, как он бегает. Давай проверяем, как он бегает. Сейчас кого-то съем. Уйдет на Шопкинса, сейчас будет есть торты. Все, подожди, сейчас он съел первый. Проглотить не может такой торт. Застрял в горле. Так, теперь пирожное. Но оно маленькое сильно. Вот только вот так получилось. Тоже сильно. Он это ничего не может прыгать. А теперь какой-то гриль. Это тоже надо съесть. Мне это не нравится. Теперь еще один тортик. Ешь. Ну, тоже не хочет. Теперь зеркало. Тоже не хочет. Значит, еще что-то. Нет, оно тоже не хочет. Оно проваливается. Так, следующая Алекс. Нет, он тоже не хочет. Ну ладно. Тебе. Смотри, может он по Алексу сможет пройтись. Сейчас смотришь, сильно кусается он или нет? Нет, не очень даже. Так, Алекс. Это сильно далеко ушел. Палец ешь. Мой палец самый вкусный. Так, что бы еще? Рюкзак точно он не ел еще. Нет, не помещается. Ну, а тебе понравилось? Да. И кто тебе больше всех понравился? Конечно же он. Динозавр? Да. Ребята, вы напишите, кто вам больше понравился. Буровая машина, краб, робот, либо вот этот динозавр. Нам будет очень интересно знать, кто вам больше понравился. А также еще, кстати, напишите, кто вам больше нравится, вот этот набор на солнечных батареях, да? Либо на соленой воде. Либо робот на соленой воде, который мы снимали не так давно. Вот. Где он у нас? Вот этот вот. Это тоже будет интересно. Знать ваше мнение. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока-пока. Завтра нападают на котов. Кто победит? Кот или динозавр? Кот даже не влияет. Печенька против Тирекса. Что это? Массаж делаешь, что ли там? Кайфуешь, что ли? Тебя грызут. Нет.
сами идем. Пенька. Ченька точно получает удовольствие, по-моему. Ладно, хватит издеваться на меня.